Грязнуля. Вы это мне? Серьезно? Да вы мне мерещитесь. Я просто не выспался. Умываться. Не чистишь зубы, не ешь. Вот пристань. Спокойно поиграю. Умывайся, умывайся, умывайся. А? Не хочешь? Заставим. Не можешь? Научим. Марк, помой машину, убери в саду, сделай уроки, я по делам. Я только начал новый уровень, а тут еще и дела. А, Мишан, помощник! Иди мой машину! Хватит играть, убирайся в саду! Да что за помощник?
За мной! Математика, музыка, рисование. О, рисовать умеешь? Все умею. Нарисуй бабочек. Ой-о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 й
детям без взрослых на улицу выходить нельзя. Это опасно. Простите, я не знаю. Больше так не буду. Марк, я уезжаю, остаешься один. А вот это уже странно. Кто здесь? Как дела, Марк? Все отлично, пап. Просто надо меньше выдумывать. Сегодня праздник девочек. Я за цветами. Мам, праздник! Нужно помочь маме. Мам, давай помогу. Вот это помощники. Сегодня праздник, мам! Мы сами все сделаем! Иди отдыхай! Ой! Тише будет! Что ты наделал? Всякое бывает. Давай поиграем. Ha ha ha!
О, мальчики, отдыхайте. Мы так устали. Пистень маме помогай. Мало. А чем это пахнет? Шучкварим. И огурцы добавили. Все, что нашли. Интересненько. Пап, это что? Кто же там? Сейчас узнаем. Какая пусечка. Как тебя зовут? Больно надо. Упс, понял. Во что же ты играешь? Дай ему нужны игрушки для малышей. Ух, угодил. Вот. Хочешь кушать? Кушай, малыш. Oh, no. Полезно же. Упс. Вот. Ах ты проказник. Ну сладкое это дети точно любят. Уже скушал? Молодец. Молочко тебе. А ты подписан на мой канал? Нажми красную кнопку подписаться. Будет еще веселее. Жили-были дед и баба. И была у них курочка Ряба. Бабка била-била, не разбила. Мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Прокатит. Отнесу его на улицу. Кто-нибудь заберет. Теперь можно и на тачках погонять. Все, доигрался. Детей не принимаем. Отсюда ты точно не найдешь дорогу.
тобой делать? Кажется, что я тебя тоже полюбил. Поехали домой. Подружились. Вот это вы поиграли. Теперь убирайте. Хорошо, Ярик уберет. Дети, пора обедать. Накрывайте на стол. А ты что не помогаешь? Я же маленький. А? Что, забыл? Ай! Хорошо. Я проголодался. Что сегодня на обед? Куда собрался? В ванне купаться. Малышам в бассейн нельзя. Упс. Да понял, я понял. Что ты понял? Я уже не маленькая лялька. И? Я буду вам во всем помогать. А теперь в басик.